от невероятности того, что ты не вернешься в профутбол, а продолжишь развиваться медийно в медиалиге. Медийно я, скорее всего, уже перестану развиваться, поэтому только проф. Вообще нет шанса того, что ты останешься, ты точно покинешь 2D. Ну, не покинешь, я не покину, но большая вероятность, что я пойду дальше. Также с Сочи. Сочи, не Сочи, это еще неизвестно, что будет. Какие твои главные задачи на этот год? Ну, хорошо восстановиться, восстановиться и играть профессионально. Будет ли делать трансферы под Кубок России?